Товарищи, что же это происходит у нас? У нас на глазах гибнет наш товарищ, а мы с... Почему гибнет? Танцует. Ну вот видите. Предлагай меру воздействия. А зачем? Должны же мы отреагировать на сигнал. Вот именно, что только и должны. А что на самом деле с Борщевым происходит, нам ведь наплевать. Нам же к телевизору побыстрее, к ТД и к ТП. А он тем временем на наших глазах из рабочего человека в хулигана и в пьяницу превращается. Смотреть противно. А ты не смотри. Да приходится. Вот вчера, например, ушел с аварии. 300 квартир, 3 дома сидели без воды. А он плюнул и ушел. А я не обязан после работы вкалывать. Да ты во время работы не вкалываешь. У тебя же в голове одно только. Взятки с жильцов брать, напиться и в отрезвитель. Ты ж неандерталец вообще. Кто? Неандерталец. Фантомас я. Фантомас. Борщев!